Ребята, такая ностальгия. Приезжаю в этот отель. Жовтневый, кто понял, то и понял. Прихожу тут и стою под дверями. И заглядываю, вспоминаю о былом времени. Ой, что ты делаешь со мной? Привет, Аня. Привет. Какая ты горнюнька. Да? Ага. А где ты не взял вышиваночки себе? Нет, не купил. А чем? Это герцог Жильда у нас, это Саша Фаркушак и Алена Бокать. Аня, ты Матильда? Или? Какая? Магдалена. Клотильда. Ой, Джованна, блин, вспомнил. Клотильда, Матильда. Матильда, столько всех. Перечисли. Да. Я снимаю, конечно. Хорошая у нас Ригалетта. Джильда. Ого. Привет, Серёг. Ты и падре. Что это? Бабку? Напополам говорю, бабку. Да, а что ты не ешь? Детку. А что ты достал? А что такое? Ты в положении? Ты двух 30-летних заменяешь. А ты же идешь отдыхать, а не по хате. Натравишься сил. Да, а я сейчас, а мои мне постоянно сейчас звонят, они же квартиру делают, ремонт сейчас. Селяются. А в воскресенье нельзя ничего делать? Ходят, делают, они, у них же рабочее все остальное. Ну так ты при чем? Ты же не делаешь. А я ж малую это самое. Он меня послали, Леша видел. Сись, куда я малую. За проводами я приезжал. Он, а мы-то думаем, что такое растягание. Понимаешь, что я вру. Хорошо, что он меня увидел. Ну, я и так думаю, что ты врешь. Даже если он тебя увидел, он все равно... Он специально приехал к тебе. Конечно, да. Он специально. Он потом я сказал. Он сказал, что я не врал. Я тебя видел. Хорошо. Даже если он тебя увидел, он все равно говорит, что ты врешь. Нет, хорошо, что увидел. Потому что ты специально приехал, чтобы он тебя увидел, чтобы оправдаться ты приехал. Я сейчас бегаю везде. Я как это? Белка в колесе.
Мы сдали снегу королеву, нам треба скинути парк. Как снежная королева прийшла, да. Розкажи. На ура. На ура? Да? Пусть подобається, я не знаю. Вдохновенно. А спектакль вообще как? То, что Леся красиво, вдохновенно, то мы знаем. Драматично. Я так выехала на солиста. А когда у нас спектакль не выезжал на солистах? А когда у нас спектакли не выезжали на солистах? Когда? Ну, там еще когда у нас была супер-пупер постановка, которая затмила солистов, извините. Там много есть людей, которые считают, что они лучше нас, понимаешь? Ну, а на самом деле спектакль проваливается. Да, что... убери вас оттуда, и все, и спектакль нет. Не, ну так из любого спектакля убрать артистов из спектакля нема. Пусть спектакль идет сам. Спектакль идет час 10, там надо его укорачивать и музыку поправлять. Ну, я знаю, что кто говорил, что ужас, кто смотрел. Музыка ужас, да. Ужас вообще постановка, что никакие рамки не влезли. Она не есть оперная постановка, это же не для оперного театра, она пойдет для гастролей. Ну, главное, чтобы это хотелось что купить, это, да, для юного зрителя, да. Знаешь. Если ну, посмотрим, как бы дай бог, чтобы поехали в Америку с этим, дай бог. Это интересно, Австралию. Это продавалось. Туда уже в Австралию? Туда такое везут. Туда такое везут. Падают, ты думаешь, московский театр такой вез в том году? Да. А мне кажется, там говорили, более масштабные. А там говорили, что там шикарная постановка. Я хочу вам сказать, что там такого немає. Тому що... Саша, такого точно немає. Такого точно. Я считаю, що Михайло Михайлович поставив прекрасно. Якби всі зіграли то, що він поставив, то було б прекрасно. Мабуть так. А що ви думав? Ну, того року він возив виставу. Теж вона така зрелищна, там нічого такого особливого нема, тож всі дурачаться, падають. Щоб дітям було смішно, понимаєш? Це ж не має бути високе мистецтво, вокальне. Драматизм, трагедія. Ідея, там, знаєш. Як для оперетти московської, знаєш, там така. Сверхзадача. Нотр-Дам. Кульбіти. Балет Алли Духовой там. Ну дай Бог, Леся, не знаю. Ну все, що показували, говорили, що попало. Ви зробили все, що могли. Я 1,150,000 раз на стіні падаю, у мене все синє. О, Господи. А, да, я побачив, що там вона в обморок падає. Два рази в обморок і Леша, ти дивишся, да? Як тобі я дивився, ну то... Тот варіант, коли я бачив, не на здачі, мені не понравилось. Мені повний варіант понравився більше, от я серйозно говорю. То есть, а как вчера было на сдаче, я этого не... Смотри, это не наша проблема. Проблема не в том. Там прописан вокал. Вокал прописан плюсом. Текст мы говорим отдельно. А стыки, когда мы говорим текст, потом сразу идет вокал. Оно по темпу, по силе звука, оно не соответствует, понимаешь? Оно не должно быть вот этих дурацких пауз, которые там... Да. Это звукооператор, это конкретно вот этот человек делает. Многих звук. Исполнителей не было, то есть даже не было такого... Куда вы пошли, он там кричит из зала, режиссер. Там вы что, мы же не так делали. Первый раз на сцене, во-первых. Во-вторых, первый раз с фонограммой, да, это было? То есть, и уже сдача. Это не наши проблемы, понимаешь? Мы это играем. Ну зачем ставить так близко сдачу? Ну, поработать еще с фонограммой. Ну, я имею в виду, что только сейчас это ничего не сделано. В начале репетиции должна была быть музыка, и мы под нее репетируем, а не вчера. Он говорит, я понимаю, вы музыку слышите первый раз, но постарайтесь сыграть. А какого хера я работаю в таких жестких условиях? Подожди. В Америку хочешь? Работай. В Америку. Америку хочешь? Америку. За $30 суточно. Метрополис. Ну а сколько будет суточно? Представляешь, гастроли. Там гонорары будут. Там больше. Потратишь больше, чем привезешь. Ну, зато Америку. Зато посмотришь. Чем мы на колесиках такая метрополит. На сцене. Какой метрополит? Я хочу на концерт Шер. Да? Вообще с ума схожу и все. Ну, так, ты хочешь... Не могу, спать не могу, хочу на концерт Шер. В Америке где? А, она сюда, я думал, приезжает. Да, в Днепре ей закажу. Я тебе видео скидывала, еще показывала. Я видел, но я хочу своими глазами ты увидеть. Споешь дуэтом бурлеск с ней. Да, выйду на сцену, затмлю Шер. Бурлеск. Welcome to... Это Герин, это любовь, я не знаю, любовь. В смысле? Старым женщинам. Почему ты? Ну причем тут это не любовь к Шер как к женщине, а как к талантливому человеку. Как просто икона. Вот смотри, это еще
Икона рока. Це ще більше шансів відкрити візу і поїхати в Штати. Ну, це єдиний шанс, який може мене заставити поїхати в Америку. Так, добре. Один раз. Зараз же ж цей розгляд. Та не хоч, ні, це раз не. Можна подивитися. Я ні. Я подала, мабуть, виграла, чувствую. Я чувствую, да, що ви виграли. Я не хочу 300 літ на мені. Єдине, що може мене заставити, це на концерт Шерпа їхати. А представ, всі там подали, всі виграли. І всі виграли. Всім театрам. Всім театрам. От це. Поїхали в Метрополітен, нікого не взяли. Навіть в хор. Що тут скажеш, повезло. Ну, бачиш, як. Да, проститутку, коли ругали на колхозному собранні. Як же ви там, скільки молока ваша корова давала? У вас троє дітей, муж там механізатор, тракторист. У вас діти так хорошо в школі вчаться, ви стали проституткою. Ну, як так могло бути? Вона повезло. Ні, не другий варіант. А, це ти. Так встала на собранні, каже, повезло. Мама, професор філології. Папа, професор хімії. Як так случилось, що ви працюєте валютною проституткою на Карла Маркс? Що ти скажеш, професор? А воспитання мене? Не знаю, Олеся. Я рад, що я не встрял в цю Сніжну королеву. Очень рад. Ну, щоб дойти до Америки, треба буде її ще покатати по Україні. Вот это самое не очень, что хорошее. Смотри, когда планировалось это на Америку, то и вы там были все были. Но когда пришла Анна Александровна и сказала, ну, Америку я вам гарантировать не могу, что я вам точно могу сказать, что вот Днепродзержинский вы точно будете. Вы точно увидите Днепродзержинский. Все не могли прямо сказать все, что они думают. Они просто ушли, понимаешь? Я не ушла из-за уважения к Михаилу Михайловичу. Это все его сказки, я в главной роли. Я его... О, Боже! Какие люди! У Игоря есть соседка, певица, очень хорошая. И она хочет, чтобы я ее снял, как она поет. Я правильно понимаю? Чтобы именно как она поет, чи как она песня. Так, надо прийти на ее выступление. Как она смотрится, как она поет. Чтобы зрители дали свою оценку ее творчеству. Ну, я не знаю, зрители нет, или она спонсора ищет. Ну, спонсора я не гарантирую, но зрители оценку дадут. А сколько ей? Не всегда положительную, но... Да. Скорее всего. Красивая, сексуальная. Значит, красивая и сексуальная. Да, она действительно хорошо смотрит. Она тоже в банке работала, да? Да. Ну что, она... Вот тут, где ты забежал, ворона ночью залетела у нее, орел? Да. Ну давай мы к тебе приедем в гости, пусть она придет, или мы к ней пойдем вместе, посмотрим квартиру, ее познакомятся люди, а не просто так, что, знаешь, запись она даст столетнюю и скажет, посмотрите. Мне же надо живое. На набережную, где она поет, выступает. Но она хочет почему-то запись. Ну какие записи? Пусть поет. Да ну здравствуй. Она же артистка. Она же хочет стать артисткой. А что, если спонсор найдется, его будет интересовать, как она вживую поет, а не в записи, как она выступает. Хорошо. Ну а что, мы можем пойти к ней? Она на одной площадке живет. Мы можем пойти в гости. Так, короче, выключи. Чего? А что ты? Ну что это за безобразие? А что ты кажешь, я не пойму, что ты шепчешь. Тюх. Привет там. Ну такое уже, я не знаю. Ну прямо все мелочи должен. До моей мимики, до моей. До любой гримасы снимает. Я просто снимал, я говорю, любой гримас. Кошмар какой-то. Не выключи. Не выключи. Я спешу, мне надо. Скажи. Да, да. Это зубы дальше. А что это мы могли уже пустить? Ну, и с обеда, и на обед. Тоже. Все, уже разобрали погоревшее здание. Нету, да раскручивают. Нема ничего. Пепелище осталось от колбасы. Пепел. Знаете, как называется вот этот моторчик? Муравей. Или дырчик называли. Видите, люди разбирают все. Выгоняют. Ой, боже, я каменный век. Все-таки убирают. Что тут? Телевизор. Здравствуй, зайчик. А что это такое?
Что, вырвав опять? Блин, ты. Ты вырвав? Наверное, что-то сожрал вправный ты. О, Господи, помилуй.